Заявочная кампания стартовала 22 июня. Для того, чтобы зарегистрировать свои кандидатуры для участия в выборах, потенциальные депутаты должны были поочередно предоставить на рассмотрение комиссии 2 пакета документов и заручиться как минимум 14 подписями. Первый пакет до 12 июля. На то, чтобы собрать второй, необходимый перечень бумаг еще есть время, но его не так много. Прием заявок финиширует 27 июля, 18 часов, поэтому сейчас в Теразбиркоме Симферопольского района жаркое время. Поэтапно получают документы, комиссия работает с этими документами, рассматривает их все в рамках закона, отрабатывает и на основании уже обработки всех этих документов выносит тогда на своем заседании решение о регистрации кандидатов либо отказе в ней. Не скрывает эмоции уже действующий кандидат в депутаты на предстоящих муниципальных выборах Сергей Подкорытов. В руках он держит положительное решение комиссии о возможности выдвижения. Баллотируется в сельский совет Гвардейского. В кандидатском удостоверении Сергея стоит первый номер. В первую очередь все надо было выслушать и самое главное финиш. Поэтому финиш как бы для меня удовлетворил. И я хочу сказать избирательной комиссии спасибо, что они досконально все рассмотрели и удовлетворили те документы, которые были мной поданы. Только что зарегистрированный комиссией кандидат получает поздравления от руководителя политической силы, которую Подкорытов представляет на предстоящих выборах. Для партии сегодняшнее положительное решение Симферопольской территориальной комиссии уже не первый успех. Кандидатуры утверждаются по всему Крыму. Также уже зарегистрирован и список КПРФ в Государственный совет Крыма на выборы. Также зарегистрированы все кандидаты-мажоритарщики, одномандатники по всей Республике Крым. Поэтому мы идем на выборы практически полным составом, готовы к хорошей плодотворной работе. Единый день голосования в России назначен на 8 сентября. Для Крыма грядущие выборы в парламент станут уже вторыми. В этот же день определятся и с именами руководителей субъектов. Республика Крым – один из трех регионов страны, где эта должность утверждается Государственным советом. Сергей Семенов, Артур Добряков, Служба новостей, ИТВ.